Добро пожаловать, незнакомец. Здесь заканчивается твой путь. Многие приходили сюда, но никто не ушел живым. Иногда мне даже любопытно, что вы чувствуете. Примитивные существа, воры, одурманенные жадностью. Среди чудес, которые вам не постичь. Но потом любопытство проходит, и я просто убиваю вас. Что за хрень здесь творится? Эй! Ты здесь? Меня зовут Эйден. Хочу поговорить. Забавно. Прямо как жучок, не знающий, что его сейчас растопчут. Есть для тебя работа. А у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе нравится эта комната. Потому что она станет твоим склепом. Эй! Прекрасно. Кабели. Нужно найти источник. Thank you.
Эй! Слышишь меня? Выходи, ну! Помощь! Ты влобился ко мне! Ты убил Лито! Что тебе еще? Где же ты? Послушай меня, чудила! Зачем я тебе? Оставь меня в покое! Mm-hmm.
Давай, убей меня. Только скажи моему сыну, что я умер как воин. О чем ты говоришь? Убей меня. Она ведь за этим прислала тебя. Понятия не имею, что это значит. Я предлагаю работу. Что? Значит, ты не убийца? Нет. Я пришел поговорить. Ты ведь инженер? У меня есть имя. Курт. Что тебе нужно?
Так что за женщина хочет тебя убить? Вагина дентата. Пизда с зубами. Что? Сука, которая хочет, чтоб ей принесли мои яйца на тарелке. Так, понятно? Понятно. Я могу помочь. Ты не знаешь, насколько она опасна. Я же справился с чудовищем. Лито? Да она просто баллонка с микрофоном по сравнению с ней. Кто ты вообще такой? Я бисер, что мечут перед свиньями. Я король без королевства. Я трагедия во плоти. Ясно. Ты сказал, у тебя сын? Его забрали у меня, как и все остальное. Я тебя понимаю. Ха, плюнь в любую сторону в городе и попадешь в человека, потерявшего близких. Ладно. Ты что там тебе было нужно? Я хочу установить жучок на радиопередатчик, но его надо починить. Я в долгу не останусь. Без запчастей не починить. Каких? Обмотки конец. Ты можешь найти замену в Северной башне. Военные оставили там свое снаряжение. Как его найти? Оно должно быть защищено от непогоды, так что ищи под антенной. Ясно. А что хочешь взамен? Оставим это на потом. В качестве сюрприза. Я не люблю сюрпризы. Удачи! А что это за место? Самый большой храм страны. Люди верили, что внутри живет Бог. Но я сижу здесь уже лет 10 и пока его не видел. Пиздец, какой трудный подъем. Чудесно, да? Шедевр архитектуры, вершина достижений и венец славы наших предков. А мы карабкаемся по нему, как мартышки. Нашел. Молодец. Вижу, тебя трудно обескуражить. Я упрямый. Хорошо. Возможно, ты мне пригодишься. Возвращайся! Нашел? Хорошо. Подожди минутку. Уже готово? Было несложно. Ладно. Что за сюрприз? Что ты хочешь взамен? Ты мало что можешь мне предложить. Стоп. Что? Я программист, живущий среди людей, которые только едят, срут и спят. Что ты можешь мне предложить? Свиную шкуру? 5 бутылок самогона? Сюрприз в том, что я сделал это за твою дружбу. Ого, вот это сюрприз. Я польщен. Ага.
Ты обошел мои ловушки, справился с защитой. Давай доверять друг другу, Эйден. Это и будет моей наградой. Хорошо, Курт. Им спасибо. Хуан, Курт починил жучок. Я знал, что ты справишься. Этот тип живет в каком-то своем мире. Я говорил тебе, что он немного не в себе. Вот почему я не люблю оставаться в одиночестве. Не хочу, чтобы такое случилось со мной. Что дальше? Только не по рации. Приходи ко мне на корабль.